Уже полюбившаяся наринмарцам ярмарка снова обосновалась в Бутерброде. На прежнем месте – цокольный этаж, вход со двора, гости заполярной столицы с товарами и продуктами, которые украсят любую кухню. В частности, чудо-салфетка из бамбука, после появления которой с полки над раковиной исчезают средства для мытья посуды. Делаю тарелочку жирной и соевый соус капну для грязи. Вот обычно такое, чтобы жир смыть, используют какую-то химию. Фейри, аосы. Вот не нужно вообще никакой химии. Просто вот такая салфетка и вода из-под крана просто. Даже температура воды не имеет значения. Это свойство волокна из бамбука. Во-первых, оно жир хорошо собирает. И оно также легко этот жир отдает в воду. Здесь же можно найти белье из бамбука и средства по уходу за кожей. Ни капли химии. Масло карите, масло кокосовое, масло миндальное и пчелиный воск. По заверениям продавцов, после употребления таких масел кожа не только выглядит лучше, но и покрывается защитной пленкой. Ей больше не страшен ни дождь, ни наринмарские ветра. С соседнего прилавка манит своим ароматом несколько емкостей с медом. Продукты только с частных пасек. За качество пчеловоды ручаются. Сортов несколько, от самых ходовых до очень редких. Например, алтайский кандык. Этот цветочек не каждый год цветет. Он восстанавливает в основном у нас печеночную ткань и питается сосуд головного мозга очень хорошо. Могу рассказать вот про пергу. Это наисильнейший иммунал. Это полный комплекс витамин. Это чем пчелки кормят своих деток. Это микро-макроэлементы, аминокислоты, ферменты, белки, углеводы. Но этот медик надо кушать в первой половине дня. Он повышает работоспособность всего организма. Ярмарка пробудет в городе всего пару недель, до 27 июня. Если, конечно, товары не разойдутся раньше и гости Наринмара не разъедутся за новой партией. Дмитрий Щепанов, Александр Большаков, телеканал «Север».